чувствуем, что у него происходит с дыханием, с его физиологией. И в тот момент, когда он заканчивает петь, мы тоже все заканчиваем. Потом мы все вместе вдыхаем, поем дальше. В принципе, все просто, конечно. Просто мы получаем огромное удовольствие от вот этой вот координации просто. Мы чувствуем себя как такой, как единый организм наш. Все вот так же ровно, никуда не в сторону. Служба сколько-то. Ну, с небольшими градациями чуть быстрее. У нас тоже находится быстрее. Вот я бы там. Не, ну нет, ну это раз совсем чуть-чуть. Ну, самое мало. Насколько идет итоги во времени, когда вы говорите 40 год и до? Вот не поверите, она сейчас там вообще остается. А это зависит. Вот я, может быть, там я занялся. Я разница получается, если пить быстро обиходом и знаю, не распевывает листочек, разница получается в 5 минут. Все зависит от чтения апостола, Евангелия, два их или одно, от этого зависит очень много. Вот. И от того, сколько священники во время вот, после запрещенного стиха, сколько они проводят времени в алтаре, подготавливают как бы уже дары для прихожан. То есть, ну, каждый, кстати, я говорю, то есть, если быстро, то совершенно не торопясь, надо это происходит там, ну, сколько, час 10 минут, да? Ну, или больше. Ну кто как? Кто у нас поет каждый день, даже по несколько раз? Я так понимаю, что вы все владеете знаками нации. Нет, не все. Не все. Только двое. А какое, а какое образование у вас у всех в плане музыки? Очень вопрос. Но все-таки. У нас один человек только с образованием, сидит Дима. Ну, то есть консерваторский имеется. А остальные все что, слесарь? Остальные слесарь. Да. Нет, слесарь, но не имеет. Надо приходить. У всех высшее образование. Мы художники. У нас есть образование, например, Миша, он знает 4 языка, ты знаешь, а там 3. Вот, то есть, но... Миша у нас полиглот, да. Да, то есть тут ребята художественное образование выше. То есть суть в том, что нас объединила любовь именно к церковной музыке. Ребят, вы говорите такие вещи немножечко... Вижу, почему вы отличаетесь? Я вас понимаю. Ну, любовь любовью, но нотная грамм, уши, строй, его же все равно надо сделать. Любовь. Я думаю, что у вас у всех... Вот, ближе, теплее. Потом все занимались, естественно, кто индивидуально, кто с педагогами. То есть, когда появилась любовь, там, я знаю, что ребята там по несколько часов в день просто пахали, сольфеджио, и все это изучалось... Спасибо. Самостоятельно. Без сольфеджио никуда, ребята, уж извините, конечно, никак. Давайте попробуем, наверное, теперь так уж возьмем совсем радикально, возьмем западноевропейские вещи, чтобы просто удобнее было всем женским и мужским голосам. Попробуем посмотреть со стороны западноевропейской. Это тоже старинная музыка. Я говорил о Солитаре Солсте 15 лет. Вот, это один из великих композиторов. Несмотря на то, что он был католиком, это церковь католическая, ну, во-первых, что касается текстов, в них нет абсолютно ничего юридического, за исключением символа веры, которого здесь нет. И то, кстати, не везде он был с Филиппа, так если кто не знает. Вот. Вы знаете, скажу провокационную вещь, но, на мой взгляд, это более богослужебно, чем, скажем, многие сочинения Чеснокова. Давайте по сопрано, по альтами, ну, тема радио, в принципе, дает. Thank you.
Дети говорят, спасите нашу. Сударь, спасите нашу, да? Не-не-не-не. Просто я слышал, Владимир никогда не учил, и вообще никого из какого русского не знаю. Еще правда славянский тоже. Давайте еще раз. Thank you.
чем он как по времени никому не знаете. Ну, я надеюсь, еще одну вещь пойдем, забыли практически. Джованни Кроче, Усачин Джунливер. Это, так насколько я понимаю, аналог вещи поедания. Вот, это здесь просто достаточно какое-то время, чтобы что-то еще такого пройти и уже.
Спасибо вам. Спасибо вам.